Говорят, что артист всегда должен выступать, как будто это последний раз. Я не хочу думать о том, что будет потом. И будет ли? Нас окружают красивые, успешные женщины, которых любимые мужчины замуж зовут. Я таскаю с тобой по гостиницам 6 лет. Я не то чтобы не хочу, просто женитьба дело серьезное. В нашей стране честным путем таких денег не получают. Да, Магомаев молодой, горячий. Он артист, они же как дети. На коллегии, да? Да. Тамара Синявская, солистка Большого театра. Когда я вас увидел, я сразу почувствовал, что это необычная встреча. Страх появляется позже, вместе с известностью. Тогда появляется ответственность, и уже не имеешь права спеть хуже, чем пел вчера. Таких людей выпускать в принципе нельзя. Если он не вернется, нам тут такое устроит, мало не покажется. И никогда не бывал. Да вы что думаете? Вы что думаете, у вас завистников, что ли, нет? Муслим, как ты не понимаешь. Когда ты приедешь, тебя посадят. Все будет хорошо. Я хочу лишь спеть то, что коснется ваших сердец. И останется в вашей памяти. Настолько долго, насколько это возможно. Но помимо роли трубадура, я бы хотел еще попробоваться на роль сыщика и атаманши. Шутите, да?